Всем привет! На часах 6:57 утра. Мы высоко над облаками. Посмотрите, какие красивые горы. Нереально что-то вообще. Но мы еще не наверху Фудзи. Не-не-не, нам еще идти. Иди. Но мне кажется, что мы, кстати, уже близко. Не знаю, почему мне так кажется. Но на самом деле мы, по-моему, нифига не близко. Может быть, может еще 3 часа нам идти. Вообще. Вот такие вот пока дела. Ребят, дайте маленькое интервью. Устали? Привет. Мы совсем не устали. Вообще? Дзен-дзен прям? Молочком прям. Деньги. Прям серьезно? Да. Да. За кадром там потом. Блин, как же мы устали. Пока стоишь, кстати, нормально. Чего нормально? Пока стоишь нормально. Пока стоишь, вообще огонь. Но как только начинаешь подниматься, это... Адище. Кардио не выдерживает вообще. Ноги устают. У меня мышца прям потянулась. Вот это вот она мне прям покой не дает. Это 7-я станция. Сколько всего станций, господа? 10? Слушай, так мы близко? Ну, это не мы не близко. Нет. Это так, это типа, ну что там, 7-10 там, ла-ла-ла. А для... От одной до одной там идти прям... Смотри, это до сих пор 7-я. А... Там просто как бы несколько 7-х, несколько 8-х и так далее. Что я могу сказать? Ксо.